Сергей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о компании, которую вы сегодня представляете. Здравствуйте. Мы компания OnTime, логистический оператор. Мы представляем услуги для бизнеса. Это фулфилмент и курьерская доставка. В наши услуги также входит это полный цикл для интернет-магазинов. Это создание юридических лиц, ведение бухгалтерской отчетности, обработка товаров, обработка заказов, хранение товаров на нашем складе, комплектация посылок, передача их транспортной компании, доставка до получателей. У нас своя собственная курьерская служба. Также мы еще сотрудничаем со своими основными партнерами. Расскажите, какова ваша главная цель сегодня здесь, на этом мероприятии? Наша цель заключается в том, что мы хотим стать сильнее и лучше для своих клиентов. Мы приглашаем их сюда познакомиться с нашими основными конкурентами, узнать, что на рынке нового, познакомиться с самыми современными тенденциями, решениями, что вообще предлагают у нас, да, потому что есть люди, которые что-то придумали и готовы с этим поделиться, мы тоже хотим это узнать. И готовы поделиться своими кейсами и своими наработками, в том числе и показать миру, что мы есть. Сергей, на собственном опыте расскажите, пожалуйста, с какими сложностями встречаются игроки этого рынка? Сложности здесь две. Это наши клиенты и клиенты клиентов, то бишь получатели. Очень обширный рынок данных услуг. Выбрать можно все, что угодно. Начиная там от того, что к вам будут обращаться по имени-отчеству и приезжать в нужное назначенное время, заканчивая тем, что есть игроки, которые не обращают ни на кого внимания и двигают свои стандартные шаблонные процедуры, услуги, которыми пользуются все. Мы хотим это изменить. Мы хотим показать рынку, что у нас индивидуальный подход к каждому клиенту. У нас можно построить свой проект нашей компании, реализовать свой проект нашей компании. И, собственно говоря, боремся с тем, что получатель посылок тоже избалованный. Они заказывают в нескольких компаниях, страдает наш клиент, страдают курьерские службы. От этого падает процент выкупа, процент вручаемости. Статистика – это очень емкая и жестокая вещь, которая влияет на ценообразование и которая влияет вообще, в принципе, на картину в целом. Спасибо за ваше видение. Успехов вам в ваших делах. Спасибо. Яком Экспо 2019. Retail.ru. Фирма 1С.